Скролл. Зона соперника. По воздуху. Со счетом на дальнейшую борьбу. Эту борьбу очень походку вновь навязывает. Забирает шайбу себе от Парка. Отбивал шайбу, а не фиксировал. А вот теперь очень опасная атака ЦСКА с Кудратовым. Едва не набирает второе очко в этой встрече, но Джерика Смит вытаскивает. Смит вроде бы дернулся на шайбу, но потом решил отправиться назад в ворота. И Светлаков с неудобной, как мне показалось, просто не поднял шайбу над ловушкой у китайского голкипера.